Астрологи решили заморочиться над вопросом поведения знаков зодиака в отношениях. Кто легко их начинает и серьезно к ним относится, не боится обязательств и всей серьезности, возникающей в процессе. А кто из представителей звездного семейства пытается избегать долгосрочных отношений и предпочитает скрыться от партнера, который претендует на серьезные отношения. Боязнь обязательств и боли часто подталкивает людей заканчивать отношения, которые даже не успели начаться. Правильно ли это решать только им, но такие решения причиняют боль их партнеру. Вот три знака зодиака, которые, вероятнее всего, сбегут от серьезных отношений. Близнецы, вопреки распространенному мнению, обожают романтику. Просто они хотят этого со многими людьми, вместо того, чтобы хранить верность лишь одному человеку. Это не значит, что они изменщики, просто близнецы привыкли распылять свой шарм и внимание для всех окружающих. Если вы позволите близнецам свободно очаровывать всех, с кем они встречаются, не ревнуя, вы будете удивлены, как они привяжутся к вам. Проблема в том, что большинство людей просто не справляется с этим. Для понимания и оценки потребностей близнецов требуется их особое понимание. И если вы не справитесь с их социальной и добродушной природой, они будут чувствовать себя задушенными и отправятся на поиски другому, более понимающему партнеру. Стрелец уделяет первоочередное внимание своей ненасытной жажде приключений, и в романтических отношениях тоже. Открывать новое, путешествовать, знакомиться с разными людьми, изучать что-либо. Вот что нужно стрельцу, чтобы быть счастливым. Долгосрочные отношения требуют компромисса и жертвы, но ничто из этого не согласуется с принципами стрельца. Это не позволяет ему задерживаться с кем-то надолго. Однако, если он встретит кого-то независимого и желающего сопровождать его в различных авантюрах, он навсегда останется с ним. Стрелец определенно хочет найти свою вторую половинку. Просто он понимает, что его родственная душа бродит где-то в ожидании, что ее найдут. Его суженая не ждет его дома, боясь выйти из своей зоны комфорта. Водолей. Вы должны давать Водолею небольшие дозы любви день за днем. Если вы покажете ему океан вашей любви на третьем свидании, то сможете наблюдать, как сверкают его пятки, когда он будет удирать от вас. Будучи одним из самых неуловимых знаков зодиака, он предпочитает жить на своих условиях и делать, что и когда захочет. Если ситуация становится серьезной слишком быстро, Водолей бежит от нее. Если он чувствует, что его привязывают, он без сожаления разрывает связь. Дело не в том, что он хочет оставаться один всегда. Просто он так серьезно относится к отношениям, что не будет связывать себя долгосрочными обязательствами с кем попало. Он будет один, пока не найдет партнера, который станет ему целым миром. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеемся, что вы нашли для себя то, что искали. Подписывайтесь на свежие гороскопы и делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пусть все ваши мечты сбываются.